Музыка разливается по вестибюлю московского метро. Впервые в истории столичной подземки пассажиры получили возможность насладиться настоящим живым концертом нон-стоп. Каждый день с утра до вечера, кроме вечерних часов пик. Проект называется «Музыка в метро». Один из самых колоритных участников – балалаечница Антонина. Ее репертуар – милое сердцу русские народные мотивы. Антонине такие выступления дарят встречу с совершенно новым слушателем. Никто бы, допустим, из молодежи не пришел бы на концерт русской балалайки, да? Тем более, там, допустим, на сольный. А тут они прошли, послушали звуки балалайки, что-то интересное, да? Оказывается, балалайка там имеет разные возможности исполнения игры. Все-таки она профессиональный инструмент, а не просто так в ансамбле побрынчать. Музыкальный ассортимент велик. 30 коллективов сменяют друг друга каждые 2 часа. Большинство участников проекта – приверженцы классической музыки. Многие из них ранее выступали лишь на академической площадке. Свободнее чувствуешь себя в этом большом зале, ближе контакт с публикой, возможно, более такая спокойная обстановка. Когда ты выходишь играть в серьезную академическую программу в большой зал, у тебя там 200 человек публики, все очень внимательно на тебя смотрят. Это сложно, несмотря на то, что мы очень все играем постоянно, регулярно. Проект «Музыка в метро» в стадии пилотного запущен лишь на 3 станциях. В сентябре организаторы соберут отзывы пассажиров. Если будет больше положительных, музыкальную географию расширят до 15 станций. Пока впечатления самые радужные. Остановился, увидел, что собирается народ, увидел скрипки. И считаю, что очень хорошие вещи, которые надо практиковать как можно чаще. Тем более, что акустика зала позволяет, несмотря на шум всего, эскалаторов, людей. Видите, как много народ собирается. Вообще, это очень хорошо, по-моему, когда музыка в метро. Идешь, и тут как глоток живой музыки. Просто обратил внимание, в метро все едут, все в своих этих самых мобильниках. А это располагает оторваться, смотреть друг на друга, послушать. Артисты прошли конкурсный отбор, по итогам которого каждому выдали разрешение на выступление в метро сроком на 1 год. We'll be right back.